Я нашел Бога Иисуса Христа в городе Череповца. Приехал сюда, женился и нашел здесь Бога. Пришел к Богу, к Иисусу Христу. И вот Он принял Господь нас к себе, а мы приняли Бога к себе в сердцах наших. И верим, наша вера божеская. И идем за Христом. Мы люди-крестьяне Евангелия. Сам я из Тулы. Но тут женился вроде, остался в городе Череповце. Вот у меня случай произошло. Было у меня давление. Было давление, мне отправили в больницу. Проверили под давлением, не могли никак избить. 260, 260 и все. Мне начинала уже половина это неметь, рука немевшая, нога немевшая. Ну, я лежу, вроде только принял Бога я. Не так еще, как говорится, как сейчас, вот вроде уже 5 лет у Бога. Слава Богу Иисусу. И говорю, Господь, если ты есть, Господи, помоги ты мне, Господи. И врачица мне спрашивает, врач, у вас, говорит, голова болит? Я говорю, нет, не болит. Как, говорит, не болит? Вообще не болит? Я говорю, нет. Ну, то и спрашивает врач, что, говорит, с ним? Да никак, говорит, не могу избить, говорит, давление. Надо, говорит, в больницу. Привозят в больницу, мне там под капельницей или что поставили. Ну, вроде стала отпускать рука, все вот это. А я раньше, то есть, выпивал, часто выпивал, курил много. И мне врач говорит, как-то вам нужно бросить сигареты, чтобы я не курил. Ну, я лежу на кровати и думаю, Господи, как мне бросить сигареты? Я без сигарет вообще не могу. Я, когда нету курить, я даже выходил на дорогу и машину тормозил, ну, останавливал, говорит, дайте закурить мне. Ну, не мог, 2 часа ночи даже. И тут я что-то думаю, дай-ка я помолюсь Богу. Я говорю, Господь, если ты меня слышишь, говорю, Иисус Христос, говорят, говорю, я, конечно, говорю, не сильно верующий, говорю, так уж, но ты, говорю, услышь меня. Ты можешь, говорю, сделать так, чтобы я встал утром и не курил. А курил я 42 года. И вот я встал, не тянет меня курить. Вижу время 2 часа, 5 часов, но не тянет и все. Но у меня все равно сомнения есть, но я понял, что это Бог действует. Ну, думаю, если сегодня не закурил, то я завтра, наверное, закурю. Просыпаюсь обратно, мне не тянет. И тут я вышел на улицу, говорю, слава Богу, говорю, Иисусу Христу. Ты, говорю, слышал меня, говорю, и помог ты мне. И вот с того раза я стал идти за Богу, стал верить Богу. И никак не хочу я от Него отходить. Верьте в Бога Иисуса Христа. Приходите к Нему, кайтесь, отдайтесь Ему, и Он поможет вам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.